Всем привет, дорогие друзья, с вами Мегунат, и сегодня мы будем обозревать одно такое замечательное аниме под названием Ажин, или же Получеловек. Что ж, я думаю, вам понравится, так что погнали! Что ж, кто же такие полулюди? Ну, полулюди — это люди, которых нельзя убить. Да, вот такая вот тупость, но да ладно. Всего на Земле 46 аджинов, ну, то есть, очень мало. С полулюдьми разобрались, теперь идем дальше к главным персонажам. А главный герой у нас школьник, ну, сами сейчас его увидите. Его сейчас только что сбили, но через пару секунд он начнется, потому что он получеловек и все такое. Он сейчас сам не понимает, какого хрена тут происходит. Его сейчас видят друзья, и он типа такой: what the fuck? Собственно, он не понимает, что он получеловек, и убегает в лес. Ну, довольно типично. Но его спасает лучший друг Кайта. Да, его так зовут, прикиньте. И потом у них начинаются настоящие приключения на пятую точку. Что ж, дальше я не буду спойлерить, думаю, вы сами посмотрите. Хотя многие уже посмотрели это аниме. Я видел не один обзор про это аниме, и каждый говноед говорил, что здесь рисовка говно, но я скажу, что это не так. 3D в аниме — это все-таки неплохо, и думаю, вы со мной согласитесь. Ладно, с графикой разобрались, теперь давайте перейдем к сюжету. Сюжет до боли банален. Ну, то есть, главный герой сбегает, и его все хотят убить. Очевидно же. Но, тем не менее, здесь отличная подача и неплохая рисовка, так что я могу смело назвать это аниме выше среднего. Ах да, но под конец аниме будет уже скатываться, так что, блин, это, ну, первые 5 серий можно посмотреть, а остальные, вот, я не знаю, не каждому они понравятся, так как сюжет там просто отсутствует. Второй сезон этого аниме уже анонсирован, так что будем ждать, и я думаю, что он меня не разочарует. Ну, мне аниме, честно говоря, не понравилось, так как здесь офигенная рисовка, но все-таки плохой сюжет, да, я все-таки это сказал, это плохой сюжет. Без спойлеров тут не обойтись, так что в этом видеоряде будет почти что все аниме, в принципе. В этом видео я, наверное, использовал неподходящую музыку, точнее, ну, музыка, которая сейчас играет, она очень веселая, а аниме само по себе мрачное. Но мне нравится эта песня, так почему бы и нет? Давайте тут теперь поговорим о смысле, замысле этого сюжета вообще. Аниме показывает нам самую темную сторону человечества. Это... ненависть или презирание, бла-бла-бла, короче. В общем, короче, херовый из меня психолог, на этом все. Вот и весь обзор, собственно. А теперь давайте перейдем к другим новостям. Подобных обзоров будет еще целая куча, но сейчас давайте поговорим о другом. Вчера нас стало ровно 26 бро. Впрочем, как было раньше. И меня это очень радует, так что будет в два раза больше видосиков, я надеюсь. Ну, с новостями на этом все, так что будем прощаться. Это был обзор на аниме Получеловек. Я надеюсь, вы поддержите меня и поставите лайк под видео. Если что, даже подпишитесь. А на этом всем пока, до свидания.